Убиваю одного-двух, либо на отхиле, либо на перезарядке меня убиваю, добиваю. Постоянно, прям постоянно. А за счет того, что играли мы втроем, остальные... И, соответственно... Второй этаж, правая сторона. Папы Костян. User disconnected from your channel. Кто заходил, что-то не расслышал. Заебись, чё, блядь. Позиции держатся, блядь, топово, нахуй. Хуй говорит. Забежал. Подвали, да, вот X4 сидит. Пошёл. Подожди, Костян, отключите двери пока. Где брать их? Правый фланг! На крыше нет? Ясно, есть. Третьим точником. Блять, чуть, сука. Девять. Второй. Девять хп, блять. А на втором никого нет. На зеленке. Справа. Там есть. Домой.
Правый фланг. Так, 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 кто-то есть. Еще один кто-то бежит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята. Спокойно. Слишком хороши, чтобы выиграть в этом бою. Второй этаж, правая сторона. Да, ты представляешь, он меня убил до этого сера. Правый фланг. Короче, пропал туда. Трудно увидать. Тварь. Блин. Ты убил что ли вообще? Сука. Блин. Ой, блядь. Я монку ткнул, когда уже черный экран на ней взорвался, сука. Серьезный парень, заряжен, блядь. Подвал. Третье место. Я просто бегаю по пустой карте.